колею попал. Так что сейчас будем работать лебедкой. Не то, боюсь, что будет проблемно. Зажало друг об друга, и теперь ни хрена не разматывается руками. Надо трактором дернуть. Сейчас рвать не буду. Просто попробую маленько размотачку мне трактором встать за дорогой и потом лебедкой уже вытащиться. Снимаю один как есть, то есть. И не особо кадры такие будут, так что. Ну, как всегда, вот. Уперся, все нормально. Единственное, наверное, мне надо
эвакуатором помочь. Потому что лебедка все-таки 5 тонн, а у меня груза 3,5 тонны. Так что, чем на пределе рвать, сейчас попробуем двигаться. На первой, наверное, передаче и сматываться. Лебедка не успевает. Напряжно будет. Лебедка не успевает. А так намыливаем, и возможно, что он нас хрен вытащит. Ну, хотя идем потихонечку. Пока не знаю, сейчас пойдем смотреть. Что у нас там вышло? Ну вот. Вот такая каша. Ну вот наша лебедка нас отсюда. Шатается лебедка, надо подтянуть. Сейчас подгоню трактор и посмотрим, что получится.
якорем. Глушу, надеюсь, он нам смог помочь и больше не пригодится на данном этапе. Ну и пробую выезжать.